Телекомпания «Рика» всегда славилась профессионалами своего дела. Так, один из сотрудников, Николай Николаевич Сень, собрал собственными силами вот такой снегоход, который вызвал интерес у коллег, но больше всего радости у внуков Николая Николаевича. Первый снегоход, который для внука сделал, я сделал буквально там за лето. Быстренько там. В принципе, конструкцию полностью придумывал сам. Ну, немножко использовал, конечно, чертежи там, материалы там из интернета. Но, в общем-то, конструкция чисто моя. Ну, там двигатель у меня от бензопилы «Дружба», очень хороший двигатель. Там просто нету сцепления, автоматическое сцепление, очень удобно для маленьких детей. А остальное там, в принципе, запчасти с велосипедов, с мотоциклов. Остальное все сам варил, сам делал, сам точил. Станки есть, слава богу, станки полностью все есть. Очень хорошо мастерская оборудованная. Это не единственное его изобретение. Николай Николаевич готовит порадовать своих родных еще одним новым транспортом, на котором можно будет кататься уже этим летом. С люлькой, довольно компактная должна быть, удобная, сравнительно мощная. Пока это черновой вариант, но к лету будет все сделано, готово, будет работать, будет кататься. Скорость небольшая сравнительно, у него где-то 18 км, поэтому вентилятор как бы дополнительное охлаждение ему нужно, желательно. Ну, это, в принципе, да, это запчасти полностью от велосипеда, начиная от мотора, там, шестереночки, все это. Колеса это с картинга. Спортивная машина, тоже детская. Да, такой находчивый дедушка – настоящее золото для внуков. А для коллег – настоящий умелец, мастер на все руки, профессионал своего дела. Дальнейших творческих успехов умельцу желали Асель Арсенгалиев и Канат Тасмагамбетов от всей команды программы «Твое утро».